Близится Новый год, а значит, нам не обойтись без символа этого праздника – Деда Мороза. С самого детства он ассоциируется у нас с подарками и весельем. Под каждой елкой просто обязан быть свой Дед Мороз. Предлагаю вашему вниманию мой мастер-класс «Здравствуй, Дедушка Мороз». Давайте вместе почувствуем эту замечательную атмосферу праздника и наделим его самым главным символом – Дедом Морозом.